Как ваши дела? Привет. У меня в порядке. Меня зовут Серж. Чем помочь? Я ищу мисс Дженни Сэндерс. Она очень занята сегодня. Ваше имя? Меня зовут Аксель Фолли. Какое это имеет отношение? Я не понял. Отношение. Это означает, зачем вы приходили? Зачем приходили? Я ее старый знакомый. Донни? Один момент. Донни, сбегай и скажи мисс Саммерс, что к ней мистер Ахмед Фоули. Аксель Фоули. Аксель. К ней пришел Фоули. Он ее старый знакомый. Ну что ты? Застегнись. Как собака. Еще чесаться перед клиентом. Сексуально. Нет, это как животное. Не сексуально. Могу предложить вам что-нибудь выпить? Вино, коктейль, эспрессо? Да все нормально, спасибо. Я делать его сам, кусочек лимона, это вкусно. Спасибо. Вы разглядываете это произведение? Я подумал, почем такое уходит? $130,000. Да иди ты. Не могу, это серьезно, потому что это очень важное произведение. А вы хоть одно продали? Вчера продал коллекционеру. Да иди ты. Нет, серьезно, я сам продал. Вот это да, Аксель Фолли, что ты здесь делаешь? Как дела? Прекрасно, подожди, сейчас спущусь. Отлично, прошу прощения, Серж. Что ты здесь делаешь? Как дела? Господи, как я рада тебя видеть. Я тоже. Как жизнь? Нормально. Посмотри на себя. Тебе нравится? Да. Хорошо? Ты постарела. Нафиг тебя, что это? Усы. Пушок на персике. Нет, это так сейчас модно.